Японии по джиу-джитсу и чемпион мира по грэпплингу из страны восходящего солнца. Red corner from Japan, Takayuki Окочи. А вот и его грозный соперник. С удовольствием представляю вам бойца ростом 172 сантиметра, весом 74 килограмма. Он мастер спорта по боевому самбо, трехкратный призер России по боевому самбо, чемпион России по миксфайт М1 до 70 килограмм. Из команды Action Force Россия! Blue corner from Russia, Владимир Зенин! Шута правила, супербай, суперфайт, супербой, два раунда по 5 минут. Round one. А еще громче! Thank you.
Осталась одна минута первого раунда. Осталось 30 секунд. Поддержите Владимира! Время! Time. Аплодисменты бойцам. Владимир Зенин, Россия, Такаюки Окочи, Япония. Fighters, referee. Уважаемые дамы и господа, уважаемые зрители, аплодисменты бойцам Россия против Японии. И по решению судейской коллегии результатом 3-0. В этом бою победу одержал Владимир Зенин, Россия! Россия!